Поймите, это мой район. Блять. Хэппи Мил. Иначе на 101-й километр, блять. Тебе на селке. Че, прямой эфир запиздишь? Бля, можно сделать бой на ринге, реально. Хорошо. Блять, ехай давай, блять. Сколько стоять можно, блять? Шоу-тайм! Всем доброго, желаю хорошего дня. Опять-таки, 8 марта, милые дамы, с праздником вас. Я подбегаю после тренировки, ну, в процессе, 50 минут сделал, забежал в Олимпик, ну, выпить чашку кофе, чтобы дальше продолжить процесс. И за здоровье, за милых дам, немножко выпил. Отдыхайте в радость. Понты не режьте, блядь. Потюхами не обделенные, блядь. Одно движение, блядь. И, блядь. Твою мать! Напополам, нахуй, блядь. Это просто предупреждение. А что, предупрежден, значит вооружен. Как мыши по шконкам сидеть, блядь. Понятно, блядь? Не пугать мирное население, блядь. Мрази, блядь. Поймите, я стою один, одной дивизии, нахуй. Вас, сука, раскидать, сломать. Тьфу, блядь, как два пальца об асфальт, блядь. Поймите, это мой район. Сейчас заезжаем в Макдональдс, купить Happy Meal для Жанны и парочку цветов тоже, может быть. Касин, блядь, доставай монеты. Ну и что мне делать опять, блядь? Касин, отдай бабу, да? Свеки, Happy Meal. Чизбургер, хамбургер нравится? Чизбургер. А? Напиток. Ну весь, молодец. Кадер или бус? Кола. А ты манты не кадр бус? А мантыня весла бака кура прекшмейтаны. Кола, да? Прекшмейтаны кауткада. Мамы? Yes, я. А, ёп. Это видеоблог, Удзу. Юс не фильмет. Сука, блядь. Чтобы сидели тихо, молча, блядь. И нос свой, блядь, поганый не высовывали, блядь. Иначе на 101-й километр, блядь. Денег вам не получите. Хлеб дам, денег нет. Понятно? Я сказал. Сила не в агрессии, сила в спокойствии. Но иногда нужно порычать. Шоу-тайм! Димон, ты чё? Не, почему? А что такое? А у тебя руки не будут болеть? Ты с ума сошел, да? Аккуратнее, Димон, блядь! Ой, ёпта, она ломается. Там чувак пишет, тигру слабо зутисом помахаться. Ну, чего? Ну, вообще-то ты его и вызывал. Чего? Вызывал. С кем? Вызывал на бой. С кем? Блядь. Я ему сказал тогда, он сам подписался. Как там было? Ты кто такой? СС Музутис. Так, блядь, если, блядь, не вопрос, какой вес, блядь. Нет, Дмитрий, но он тяжелее тебя. Это, ну, объективно. Ну хорошо, так я что-то навязываешь? Не, Рассел пишет просто, что ты боишься. Ты не боишься, но... Чего? Он, как бы, он не, он устал, но... В первом раунде. Сразу сходу. Можешь начать? Что? Коротко. Хоп. И... Левой коронной, правой похоронной.
Когда Адам Гайдарбеков на мне рос, когда я весил 71 килограмм, Адам Гайдарбеков чемпион Латвии в супертяжах. Зутес по сравнению с Адамом – это ноль. Андрис Балодис пишет, давай со мной, я вешу 70 килограмм. Давай. Да тебя все подряд вызывают. Давай, так давай, пожалуйста, вот, пожалуйста. Как говорится, если не удается достучаться до сердца, постучитесь через печень. Опять застал? В чем? Я не собираюсь ни с кем разговаривать. Один раз ты застал со мной, Виктор? Да? Я не вижу, вообще не приехал. А я на улице не дерусь. Да? А где ты дерешься? Только в ринге. Да? Я дерусь только в ринге, на все стороны. Помнишь? Да? Да. Что? Я тебе зла не нес, брат. А со спины подходит ко мне скотина, крыса с ножом. И тут Валера, блядь, раз его и нахуй на глушняк. Он мне спину прикрыл. Понимаешь, о чем я, да? А я-то не вижу, я бью пятерых, которые впереди меня. А спина моя не прикрыта, а мне приходит спину Валера. Валера, ты сделай видос. Тихо, не иди разнимай, блядь. Сними, сними. Да нет, Димон, все, завязывай. Сейчас, ты не туди, Димон. Это тебе за все, блядь. Че, прямой эфир, блядь, пиздишь. Потому что пойми, там, блядь, все смотрят. А ты, блядь, ты Галактиклоун просто, ты не то. И пойми, ты больше не то. Ты просто клоун. Да нет. Все ты, блядь, потерял, что жизнь не бил, блядь. Че, да не даже твой последний поезд, блядь, забрали. Да что? Пиздит много. В интернете? Да интернеты везде, бы. Офигенный боец. Какой он боец? Мы снимали эфир. Вот, видели, боец, бля. Андрис написал, боец, что он приедет, готов, типа, ему 70 килограмм, готов разобраться. Ну, я сказал Тигру. Че, мне один раз должен был бить с ним бой. На улице договорились, все приехали, все люди мои приехали. И че он, бля, не приехал? И потом он отдыхал в баре. Че за бар был? Где почта, все знают. И он, блядь, всем пацанами говорил, как он, блядь, засал со мной драться. И вот я сказал, я приду, блядь. И ответит он за свои, блядь. Поймите просто, я всегда отвечаю за свои слова. У меня все четко, строго по регламенту, по инструкции. Блядь, ну Тигр Валерий затирал про боксерское братство. Там что-то, блядь, что они там братья-боксеры, блядь. А потом Тигр получил пизды. А Валера не помог ему никак, блядь. Блядь, да Валера кадр, я вообще с него в ахуе. Вот объясни мне, Касин, я тебе говорю, Димона, блядь, бьют. Я говорю, Касин, разнимай, чё ты стал, блядь, и стоишь? Если двое дерутся, третий не лезет. В смысле не лезет? Там не двое дерутся, там одного уже припиздошили почти. Он боксер, я думаю, он смог бы взять себе. Касин, блядь, ты стоишь как памятник. Да. Скажи пару слов подписчикам о ситуации. Мне кажется, ничего критичного не было. Типа, если бы он сильного бил, тогда бы я стрял. А так, двое дерутся, третий не годит. Ну не дрались, там было избиение. Не сказал бы. А что там было, драка? Он просто сдался, не. Ну так он сдался, разнимай, а ты не разнимал. Ну окей. Что окей? Реал Мадрид или Барселона? Барселона. Все, блядь, до свидания. Блять, ехай, давай, блядь, сколько стоять можно, блядь. Пиздец, блядь, давай, едь ты. Жене всегда надо звонить минут, блядь. Алло. Алло, ты дома? Да. Блядь, опять на домашний звонил. Слушай, ну мы уже приехали, блядь, давай. Слушай, а ты сейчас мне можешь на сенсор назвонить, потому что у меня там кредиты есть и все. Давай, мы стоим уже в Югле, у твоего дома, выходи быстрее. Хорошо, сейчас. Давай.
Бля, опять звоню Жанне на домашний, спрашиваю, дома нет. Короче, сейчас Касин поздравит свою даму и все. Твою даму можно? Твою, блядь. Бля, можно сделать бой на ринге, реально. Хорошо, Андрей, давай на ринге. Ну, чтобы... Поиграешь, ты полностью все отдаю. Хорошо, полностью все отдаю. Я могу достать перчатки, реально можно сделать на ринге. 500 евро. Хорошо, 500 евро. Давай. Ну, придется за тигра, блядь, вклад. Не, ну, хорошо. Андрей свершил на ринге. Тигр, ну докажи свою силу, чтобы, блядь, дела не ринг. Ну подожди, мы сейчас мы договариваемся, правильно? Касин, ты судья, блядь, встань. Не, мы договорились на ринге. Ну, у меня меньше. Ну, я 73 сделал. Ну, у меня 72. Ну, я сделал 72. Ты можешь, блядь, 120 сделать. Нет, у меня 70. Хорошо. Во время прямого эфира Андрис написал, сказал, дайте мне 5 минут. Тигр говорил, что он может с любым драться. Ну, типа, ну, ладно, пришел Андрис, они тут разобрались, ну, не знаю. Ну, не важно. Ну, Андрис как бы сказал и сделал, он пришел. Касин, блядь, Касин. Тигр, ну, блядь, Тигр, не знаю. Ну все, мы договорились сейчас, поговорили обо всем. Только один, чего я спрашиваю. Не пойдем по боксу. Пойдем по ММА. Хорошо. Тигр, ты не сможешь в ММА драться. Нет, нет, подожди, хорошо, он попросил. Но ты не сможешь по ММА драться, ничего, Тигр. Если ну, он такой опять герой. Такое, нет, если типа... он такой герой, пусть давай, по ММА. Все, давай, ММА. ММА. Хорошо. Ты не сможешь, Тигр. А что ты взял? Ну потому что ты, твоя же работа в ринге по боксу. Ты потом скажешь, блядь, что ты боксер. Ну не надо, блядь. Ты не будешь по ММА драться, он не будет по ММА. Ладно, по боксу, по боксу. Просто, ну... Сколько раундов тогда? Ну, а ты сколько готов? Нет, ты первый уже ляжешь. Нет, я не знаю, ну я спрашиваю у Андреса. 4-6. 12. 12. Да сколько за... Не, подожди, Андрес сказал 12. Мы договорились, 12 раундов, конец апреля. Сейчас все будут думать, что я построил избиение тигра, подстроил. Скажу вам прямо, мы ехали в Кингарак снимать вообще абсолютно другой контент. Нам надо было заснять обращение тигра в качестве депутата к избирателям. Просто пока мы думали, где что, где ему ставить, где ему там снимать его... Я снимал параллельно прямой эфир, и так получилось, что кто-то написал про бой Зутиса, потом написал вот этот Андрис, что он сам тигра отпиздит. Ну, я тигру говорю, что там написал Андрис, который весит 70 килограмм. Тигр говорит, пусть приходит, пусть приходит. Ну, я пишу Андрису, типа, ну, мы здесь, если что. Он говорит, 5 минут, и я буду. Я говорю, ну, блядь, окей, приходи. И когда Андрис пришел, агрессивно настроенный, я к нему сразу подошел и говорю, ну, типа, если ты хочешь тигра, типа, бить, ну, не надо его сильно бить и не надо его бить по лицу, ну, если у тебя есть к нему какой-то конфликт, неприязнь, типа, ну, дай ему, не знаю, там, по печени один раз и все. Ну, что вышло, то вышло, но у них, возможно, будет бой. Как бы тигр жив, цел, вы сами видели, как он покидал кольцо 15-го троллейбуса, так что все нормально. Жанна, привет. Привет. Мы от всего нашего мужского коллектива, от всех мужчин Риги, ой, которые смотрят себя, Валерочка, обожают. Валерочка, как приятно. Да, мы тебя поздравляем с этим замечательным женским днем, с 8 марта. Ой, дарим спасибо тебе, тебе большое. Очень сытную и полезную еду. Спасибо, зайка. Да, пожалуйста. Спасибо. Жанна, тигра спасибо, отпиздили мальчики сегодня. Что сегодня? Целовать не надо мне. За что? Тигра отпиздили сегодня в прямом эфире. Ой. Смотри, сейчас я тебе покажу. Кошмар, слушай, так обидно. За что? Никого не трогает, нормальный человек. Андрис, ну ты зря. Нашего брата трудно обидеть, но надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим. Саша, я столько настирала, что в Москву ехать. Вещи подготовила. Мы вчера поссорились только с Людой из-за глупости. Да? Из-за чего? Просто у нее плохое настроение. Лучше бы я ее не трогала. Андрис, я видела видео в прямом эфире, и мне это очень понравилось. Дима Овсянников мой друг, и я за него горой. С какой статьи ты его ударил? Ты не имеешь права поднять. Я расстроена, и скоро состоится наша встреча. Fuck you very, very much. Отсоси мой киску, сука, ты конченый, ты понял? У меня сейчас была, блядь, ну, с оппонентом, блядь. Он ли нокаут первый раунд, я сказал.
Я добрый, но не буди лихо, пока тихо. Я упал на колени, не вопрос, но я встану с коленей. Шоу тайм! Let's go get ready to rumble! Окей! Левый сбоку, нахуй! Но бьет намного сильнее. Но вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться. Говорю не от себя, а от всех мужчин. Как я хочу тебя раздеть, а потом все осмотреть, прикоснуться к нежной коже. Для меня она дороже даже злата серебра. Стану руками твою обнять и губами полоскать. Очень нежно твою грудь, молока глоток глотнуть, а потом спуститься ниже и творить там чудеса. Все там делать не спеша, чтоб застыла вдруг душа от любви и наслаждений, и от стонов. Здесь без мнений. Будет сладко, хорошо, и любви вдруг ремесло мы постигнем в эту ночь, все сомнения гоним прочь. Просто любите друг друга, каждому своя, каждой твари по паре от души.